Всем привет! Сегодня мы проходим Undertale. В прошлый раз мы вышли на нейтральную концовку. И сегодня хочу выйти на хорошую концовку и попытаемся понять, как же выйти туда. Как я поняла, там была подсказка, что нужно пойти на концовку с Альфис. Ну, где искать и без понятия, так что будем искать везде. О, мне кто-то позвонил. Звонок. Эй, это Undyne. Заткнись, Папирус. Это была твоя идея. Человек, ты должен помочь мне кое-что доставить. Пожалуйста? Я в Снеждеграде у дома Папируса. Увидимся, Шкет. Щелчок. Значит, нас ждут в Снеждеграде. Вот тут чувак с мороженым. Не сюда. Кто? Метатон выглядел очень круто в том платье. Теперь мне кажется, что и я могу носить платье. Ну да, чувак. Ты что скажешь? Вот ты где, дорогуша. Я всегда рада видеть тебя в моей гостиной. Только веди себя хорошо. Ладно. Пойду сохранюсь, наверное. Сохранение это всегда хорошо. Пожалуйста, выберите место. Левый этаж, наверное. Я не знаю. Мы где-то. О, мы, кажется, правильно угадали. Лодочник. Тра-ла-ла. Хочешь прокатиться? Попыть на лодке? Да. Куда мы сегодня направимся? Тогда мы отчаливаем. Интересно, что-нибудь интересное в этот раз скажет? Танцевать в лодке опасно, но весело. Логично, логично, да. Приходи еще, тра-ла. Такой приятный городок, веселый, новогодний. Эй, у меня кое-что есть для тебя, но в твоем инвентаре совсем нет места. У меня есть нитер. А что мне надо выкинуть? Ну ладно. Хорошо, давай. Итак, у меня есть к тебе просьба. Мне нужно, чтобы ты достал это письмо. Оно для доктора Альфис. Что? Почему они делают сама? Это типа личное, но мы друзья, так что я расскажу тебе. Жиркоземья, отстой, я не хочу туда тащиться. Вот, топай. Вы получили письмо Undyne. Ой, и если ты прочтешь его, я тебя убью. Большое спасибо, ты лучший. Спасибо большое, я очень рада. Просто почтальон письма разношу. А мне за это даже не заплатят. Печально. Глядишь, гладишь, гладишь, а шея до бесконечности тянется в космос. Не волнуйся об этом. Я особо не переживала. Я так хочется. Ну, знаешь, когда обнимаешь животное, так хочется обнять сильно. Не хочется сломать ему кости, чтобы он умер, как бы. Поэтому да.
А мы можем интерес посчитать? Может быть, у вас получится просунуть ее под дверью. А, то есть там нельзя даже его просчитать. Ну ладно, попробуем. Внутри нет прорези для почты. Просунуть письмо под дверь? Конечно. Вы просунули письмо под дверь и постучали. О, нет. Это что, еще одно письмо? Я не хочу открывать его. Не могу ли я просто просунуть его обратно? Нет, я не могу продолжать так поступать. Я прочту его. Его как-то слишком крепко запечатали. Погодите секунду. Да уж. Эй, если это какая-то шутка, то... О, мой бог! Это ты написал это письмо? Оно не подписано, так что я не имею понятия, кто бы мог. О боже, о нет. Это восхитительно, я даже не думала, что ты пишешь так. И это удивительно, после всего того, что я натворила. Я действительно не заслуживаю прощения. Тем более, такого, а еще с такой страстью. А знаешь что, ладно, я сделаю это. Это меньше, что я могу сделать для тебя. Да, давай пойдем на свидание. Чего? Свидание началось. Замечательно. А, ну ничего. А, извини. Я все еще одеваюсь. О, какое красивое платье. Как я выгляжу? Прекрасно. Моя подруга помогла подобрать это платье. Она знает в этом толк. Ладно, давай сделаем это. Свидание началось. Эй, погоди. На самом деле мы все еще не можем начать свидание. Свидание остановилось? Сперва я дам тебе предметы, повышающие уровень твоего влечения ко мне. Это увеличит вероятность благополучного исхода нашего свидания. Верно? В любом случае, не беспокойся, я подготовилась. Я подготовила подарки в надежде на такое свидание. Ну, давайте посмотрим. Первое, что у меня есть, это полироль для металлической брони. Пожалуй, она тебе не понадобится. Но еще я принесла в достойке крем для твоей чешуи. Твоей, чешуи? Ну тогда как насчет этого ребота-набор для магического копья, что я... Эй, давай забудь об этих вещах. Ты просто еще в свидание. Давайте, свидание началось. Да, давай, началось свидание. Прекрасно начало. Я сейчас так распоряжалась. Тебе нравится аниме? Да, конечно. Эй, мне тоже. Знаете, я об аниме могу говорить много. Очень много. И до бесконечности. Эй, пошли, сходим куда-нибудь. Но где здесь есть хорошее место для свиданий? Я знаю. Пойдем на мусорную свалку. Прекрасное место для свиданий. Отменное. Вот мы и пришли. Мне это напоминает Рен. Мы с Андай все еще... Короче, мы нашли здесь много классных вещей. Эх, она очень, О, нет! Это же она! Нельзя, чтобы она увидела меня до свидания с тобой. Почему? Потому что, ну... О, нет! Она идет сюда! Эй, вот ты где! Я, осознала, что просить тебя доставить эту штуку было плохой идеей. Так что я сделаю это сама. Верни мне письмо. Что? У тебя его нет? А саму Альфис видел? Нет. Нет? Но ее не было дома. И куда же она запропастилась? О боже. Ну я думаю, это чита, да? Я, она мне очень нравится. Я имею в виду большую часть остальные. Прости меня, я просто решила, что было бы весело пойти такое милое, как бы притворное свидание с тобой, чтобы почувствовать себя лучше. Ну, это звучит даже хуже, если еще так предподнести. Прости, я с дома облажалась. Андай Таски мне, на самом деле хочу пойти на свидание, но я думаю, она не из моей лиги. Не то, чтобы ты не, крут. Но Андайн, она такая уверенная в себе и сильная, и веселая. А я просто никто. Лгунья. Я придворный ученый, но все, что я сделала, причинило лишь боль. Я так часто ей врала, что он, наверное, думает, что я намного круче, чем есть на самом деле.
если бы сблизился, то оно... Что оно? Оно узнает правду обо мне. Что мне нужно сделать? Скажи ей правду. Правду? Но если я скажу ей правду, она возненавидит меня. Разве лучше такой вариант? Жить во лжи, где мы обе счастливы. А не в правде, где не счастлив никто. Говорят, нужно быть собой. Но я правда не хочу быть мной. О, как грустно. Я приступала быть такой, кому... Тьфу ты, я не могу. Какой нравится, короче, всем. Нет, ты прав. Каждый день я боюсь. Боюсь, что может произойти, если они узнают правду самостоятельно. Они будут страдать из-за меня. Но как мне сказать Андайн правду? Я не уверена. Я все испорчу. Как я смогу подобрать нужные слова? Давай, обыграем это. Обыграть? Это звучит довольно-таки весело. Окей, кто из нас будет Адайн? Ну, я буду Адайн. Ох, да, очевидно. Привет, Адайн, как твои дела сегодня? Все отлично. Рада это слышать. Ох, ну, я бы хотела кое-что себе рассказать. Что же это, Алвис? Она его целует. Ой, как там? Видишь ли, я не была полчаса с тобой. Видишь ли, я... Ох, забудь. Андайн, я хочу рассказать тебе о своих чувствах. Ты такая храбрая, сильная и добрая. Ты всегда слушаешь, когда я говорю о гиковских вещах. Да уж. Ты всегда делаешь так, чтобы я почувствовала себя особенной. Любишь говорить мне, что ты... Снесешь любую преграду на моем пути. Андайн, я так больше не могу. Я позже наблюдаю себя. Обними меня, Андайн. Обними меня. Что ты сейчас сказала? Андайн, я просто... Неловкий. Эй, воу, подожди секунду. Твой наряд очень мил. По какому поводу? Подогоди-ка секунду. Вы двое на свидании? Да. То есть, то есть мы были, но я имею в виду, на самом деле мы только отыграли романтическую встречу с тобой. Что? Да уж. Я имею в виду, Андайн, я врала тебе. Что? О чем? О, ну, обо всем. Я говорю тебе, что тебе вот здесь представляю научный сенс, на самом деле я просто использую их, чтобы делать мороженое. А те книги по человеческой истории, что я читаю, просто глупые комиксы. А те исторические фильмы, они просто аниме, они неправдивые. И в тот раз, когда я говорю тебе по телефону, что я работаю, я просто ел замороженный йогурт, сидя в комнате. Альфис, я лишь хотела произвести у тебя впечатление. Ой, это как грустно и мило. Но лучше сказать правду, я считаю. Способ все время... Жить во лжи, это ни к чему хорошему не приведет. Тайна всегда становится явной, ну и все в таком духе. Я, конечно, понимаю, что есть ложь во благо, но... Я лишь хотела, чтобы ты думала, что я умная и клёвая. Что я не какая-то глупая неудачница. Альфис. Андайн, я правда думаю, что ты крутая, ок? Альфис. Я сейчас чихну. Его! Альфис, я тоже думаю, что это крутая правда. Но ты должна понять, большая часть того, что ты сказала, мне ни капли не волнует. Мне все равно, смотришь ли ты детские мультики или читаешь исторические книги. Согласна. Самое главное ты. Для меня все это просто гиковский хлам. Что мне всем нравится, так это твоя увлеченность, твоя аналитичность. Что бы то ни было, ты погружаешься в это. На 100% и со всей силой. Так что тебе нет необходимости лгать мне. Я не хочу, чтобы тебе еще когда-нибудь пришлось кому-то врать. Альфис, я хочу помочь тебе стать счастливой такой, какая ты есть. И я знаю подходящую для... Беру. Андайн, ты будешь меня тренировать? Чего, я? Неа, твой тренер будет попи... Пора потрясти косями. Пора пробежать 100 кругов, крича, какие вы великолепные. Готовы? Я сейчас включу таймер.
Андайн, я уложусь по полной. О боже! Она же шутила, верно? Эти мультфильмы, эти комиксы, они же все еще правдивые, верно? Аниме реальные, верно? Нет. Нет, нет! Я чувствую, как мое сердце ссыпается на кусочки. Господи. Как же это смешно. Нет, я переживу это. Я должна быть сильной и независимой для Альфис. Спасибо, человек, что сказал мне правду. Я приложу все усилия, чтобы жить в этом мире. Увидимся. Это забавно, конечно. Почему мы находимся в цветах? Кстати, никого никогда не смущал то, что цветы находятся на мусорке? Нет? Ну просто почему они там растут? Ужасные условия, я считаю. Звонок. Приветик. Разве это не мой дорогой друг, который верит мне? Это Папирус, твой обоюдный друг. Альфис и я быстро справились с тренировкой. Слишком быстро. Так что я отправлю ее домой. Слишком домой. И теперь меня не покидает чувство, что сидеть без всякой причины. Нужно сходить туда. В ее лабораторию и дом. У меня хорошее предчувствие на этот счет. До встречи. Щелчок. Ладно, пойдем. Мало ли вдруг что-то с ней случилось. Нам нужно в жаркой земле. Там. Вперед. И с песней. Тра-ла-ла. Ой-ой, мне резко захотелось на пляж. Блин, я тоже хочу на пляж. Но сейчас жалко. Нет, в принципе, можно еще, но как бы не получится в этом году. К сожалению. Но я люблю море. Купаться. Это записка от Альфис. Прочесть ее? Конечно. Сложно разобрать почерк, но вы стараетесь изо всех сил. Хей! Спасибо за помощь. Ребята, вы... Ваша поддержка правда много для меня значит. Но как бы тяжело не было это говорить, вы, ребята, не сможете заставить мои проблемы просто исчезнуть. Я хочу быть лучше. Я больше не хочу бояться. А чтобы это достичь, я должна встретиться со своей ошибкой лицо к лицу. Я решу разбираться с ними сейчас же. Я хочу быть честной. Это только моя проблема. Но если вы никогда больше обо мне не услышите, если вы хотите узнать правду, войдите в директиру от этой записки. Вы все должны знать о том, что я совершила. Это все, что она написала. Звучит как предсмертная записка. Что он через ошибки там совершил? Водичка. Внимание, внимание. Что происходит? Лифт теряет мощность. Ужас. Электромагнитный трос потерял стабильность. Ну все, помрем. Теряем высоту.